вверх. А, черт. Я его, естественно, выкидываю. Ну, кто бы сомневался. Потому что он дает мне А. А вот следующий. Я вообще вот себе там шипу на ушку. Что-то тебе подняли. Я не понял, что это. Зачем ты сказал? Все так говорят. Сейчас хорошо для всех. Мало ли, может быть, он устал уже. Значит, вот сейчас пальчики максимально стремятся обхватить стопу. Чуть-чуть локоть согнут, чуть-чуть, но пальчики стремятся максимально вниз обхватить стопу и состояние руки не напряженное, но и не расслабленное. То есть вот некое мышечно-сухожильное усилие на максимальное расширение от центра к периферии. Чуть ниже колени. И вдох, выдох, пальцы. Владимир, Чмак, Екатеринбург. Но мы могли бы выступать в цирке, но тут все скоро будет в цирке выступать. Но человек реально поддался. Еще повторите раз. Так его вниз надо тянуть. Вот, скажи свои ощущения от трех усилий. Первое, понятно. Второе, просто взяли и подняли. Да. Импульс пошел. Третье. Здесь получается, что каркас держится и усилие, которое передается, оно через ослабление. А в чем разница вот второго каркаса, вот этого, и вот третьего? А здесь получается, что нет импульса, как бы вот импульс, который передается, он растекается и уходит. То есть получается некое перераспределение. Да, перераспределение сразу на тело. Ну, я немножечко дополню чуть-чуть совсем ответа. Мало распределения, важно еще усилие намерения, то есть на самом деле. Очень важная такой, очень важная установка, что намерение его находится на кончиках пальцев. То есть мы здесь на самом деле как борьба намерения получается. То есть его усилие. Вы знаете, как это есть? Если кида. Значит, есть у вас такое очень интересное упражнение, когда руку крутит, он пытается, когда он дает руку, есть у вас такая штука? Вот как вариант, да, просто покажу. Да, вот. То есть вопрос намерения. Вот я хочу, держи руку. Там, сейчас мы это не репетируем. То есть я хочу там поднять руку вверх. Да, а он вот. А он меня держит, я просто хочу руку вверх поднять. Ну я тоже как бы немножко хочу с тобой снимать. То есть я брат, и вот да, вот в принципе, мы с ним могли бы так побороться немножко, но скорее всего он сразу взял справа, то есть правильно же давно занимается. Вот, как бы, ну без вариантов. Здесь вариант номер два. То же самое. Опа! Ну не важно. Дело не в этом, а дело в том, что усилие было примерно одинаковое с его стороны, какое было разное по ощущениям. Нет одного такого направления силы. То есть сила, которая... Ты его уводишь. Да, более того, сила, которая... Вот мои усилия сейчас будут направлены четко в конкретную точку. Вот Дмитрий Пшеников в этом плане может объяснить решающую великую штуку. Ничего, по поводу состояния. Да? Что когда работает центр, мы не оставляем никаких шансов, мы просто за счет этого даем. Это не обязательно. То есть вопрос намерения. С этой вот техникой, как мы сейчас делаем, примерно то же самое происходит. То есть моя задача, чтобы максимально, во-первых, раскрыть руки. То есть рука. Надо было ток. Вот. То есть не это самое, не губернатор и не прямая рука. То есть прямая рука, сустав выключен. Все, она уже себя реализовала. Такая рука, ну как бы тоже не то. Здесь мы начинаем уже на бицепс. Это не нужно. А у нас как бы вот маленькое легкое скручивание, то есть у нас получается момент, как будто бы выжатое белье. Такое, как будто бы пожарная рука. Немножко еще вот этого прям забыл пошутить. Это тут вообще еще не было. Вот этот элемент. Второй. Одновременно с этим у меня раскрываются пальцы и тянутся вниз.
получается, я задаю некое такое мышечное схожение усилия. Плюс выдох. По рукаву пожарно побежала вода. Конечно же, я себя немножечко здесь программирую, можно сказать. Да? Понятно, что у меня дыхание, оно не идет сюда. Факту физическому, это скорее момент такой ментально-энергетический. Но это все равно сознание, это все равно сила. Это, опять же, концентрация. То есть моя задача довести ее до сюда. То есть моя задача собрать себя на кончиках пальцев. Моя задача сделать это еще дальше. Моя задача удлинить свои пальцы до вершинки. Максимально. Плюс обхватить стопы. То есть я уже создаю некую структуру. То есть у меня это ломано, а вот. Давайте сейчас попробуем все вот эти три этапа пройти. Второй, а второй просто. Методично. Тянем, потянем. Я даже забыла, как он приедет. Учиться надо. Вот. То есть задача партнера очень простая. Ну, задача просто поднимать. Давайте попробуем сейчас сделать парень. По сути, в среднем варианте следующий. Надо еще ноги, да? Надо. Так, лево.
Интересно, может, это... Ты схватила себе на выходе? А, ну, давай теперь справа. Так я бы, конечно, еще бы могла бы даже сильнее это сделать. О, сейчас я пойду. Так сильно не надо, ты поднимаешь, я считаю, что ты делаешь, ты руку поднимаешь, я без силы. Вот сила, мы в упражнении вышли. Это сила. Я тоже так могу. Как еще сделать? То есть задача для тебя толкнуть, да? Толкнуть-то для этого не надо там стоять, слушать. А? Одна задача почувствовать направление силы, попытаться их перевести, поэтому совершенно не все равно, как не так, как хотим, в смысле формы. Понимаешь? То есть здесь сейчас мы не боремся, у нас не агрессинг получается. А здесь получается, что это не помогает, почувствовать какую-то Все, понятно. Пошли работать. Юль, спокойно.
Во-первых, здесь идет там, здесь идет какой-то, то есть, во-первых, мы здесь отбирали. Тем более, когда я буду рваться, я буду раздергивать себя, я потеряю целостность. Я потеряю целостность, я потеряю целостность. Мы еще попробуем смешивать через это. Еще без моего кручивания. Пошли, пачки. Во. Отлично. Теперь ноги. Сколько времени? Обязательно массаж попробуем. Да, а это мы сейчас сами вместе делаем. А можно еще вот... И надо будет просто его... Слушай, уже 15 минут, через 45 минут уже... 7 часов уже. Так, вот сейчас еще... Хорошо, а теперь разбиваемся по тройкам. Хорошо, как раз. Ну давай, ищем три. Хорошо, значит, по тройкам. Чего у нас уходит? Мне нужен два друга. Вы здесь? Так, нет. О, точно. Я уже кинул. Кто скажет, что не так уже. Да, значит. Да, то есть то же самое, да? Вот, ну, второе. Намерный мужчина. Один. Первый. Ну, просто сделаем три шага. Первый, да, я начинаю. Падайте, помогите. Даже ногу не оторвали. То есть по такому принципу. Да? То есть то же самое, просто. Что мы с одной рукой делали? Тоже, да, только. Здесь сложнее и проще говорили. Ну, сложнее было. Почему? Мне пришлось, как бы, когда вырывали одну руку, приходилось вот этот баланс устраивать. Еще совсем. Не просто руку. Здесь не прощаться хочу. То есть когда мне дают двух, то есть то прекрасно, мы не выдерживаем баланс, не равновесие, даже замечательно. Но только осталось в мире. Когда я думаю, слава богу, когда я прибавился, я уже понимаю, какого будет усиление, раскрыть кончики пальца, не выпрямлять до конца и не сгибать. То есть локоть средний, раскрытие, дыхание, стремление, намерение. Идеальный вариант, когда оба партнера работают с одинаковым усилием. Такое бывает не всегда, но стараться, тот делает вдвоем, да, стараться, чтобы усилие было одинаковое, для того, чтобы партнер смог нормально поработать. Если один будет там рвать, а другой будет напрямироваться, то, как бы, скорее всего, чем вот это не получится. Получится перегиб. Если они так же настроены, Давайте попробуйте. Сейчас я открою вариант.
Вы тоже намерьтесь, что вы первый уже? Локоть придерживаю. Это собака большая, она не кусается. Твои глаза, она Ну, я еще сейчас сделал ошибку. Собака очень большая. У нее поводок двойняшка, она не кусается. Что это значит, что у них намерение уменьшить? Если вы поменяете место, что вы будете с намерением уменьшать? Я понять не имею, вы же меняете. Поменяйте. Давайте это не превращать в шкаф. Давайте превратим это в практику. Тогда запасай намерения. Ну то мы тебя поднимем. Смотрим, что за человек нужен еще. Сейчас.
Пока Вилли висит, мы немножко поговорим. То есть, в принципе, не столь... здесь, на самом деле, ну, как бы цирк значительно больше, чем до этого. То есть, на самом-то деле, я, в принципе, ничего не делаю. Вся работа производится как опора. То есть, давай сейчас. Я не занимаюсь так, ну, туристическими всякими техниками и прочими техниками. Может, даже надо на ноге постоять. Да, еще так делаешь. То есть, как бы, дело не в зухе, уж не в силе точно. Значит, в чем дело? Значит, момент первый. Значит, момент первый. Вот как бы прямо ни была рука, она все равно немножечко напрямая. Всегда, где используются подобные вещи, есть элемент скручивания, элемент спирали вращения. Однозначно. Как бы это ни завуалировалось, как бы от этого не отпрещивалось. То есть постоянно, вот как будто бы мы же выживаем немножко поменять. Включаем мышцы подобные усилия. Усилия сейчас в данном случае вот внимание, у меня больше в сторону мизинца. То есть я как будто делаю. То есть я как будто бы стремлюсь вот к этому движению. Либо стремлюсь вот к этому движению. У меня все равно есть момент вот такой. Если я выпрямляю локоть, мне его могут и сломать. Если я его сгибаю так, ну, что, как так. Вот. Здесь опора. То есть, конечно же, я не смогу на весу вот таким образом. Ну, пока. То есть, мне нужна опора. Когда я создаю опору, здесь все очень просто. То есть, рука таким образом у нас устроена, по большому счету, что она выдержит очень много. Очень много. Мы делали номера, как цирк, там несколько человек могло висеть. У меня вот товарищ. Страшно вещь. Вот. То есть это не страшно, это не сложно. По такому же принципу мы сами делали предыдущую упражнение. И, конечно же, намерение. То есть у меня намерение то же самое, положение вперед. Положение движения вперед. То есть в акидо говорят тагатан. То есть, короче, максимальное раскрытие, максимальное расширение во время. Но не выпрямление, не щелкивание сустава, ни в коем случае. И не вот, вот это. Это Джекичан. То есть, молодого хочу. Вот. То есть, должно быть. То есть, вот мы взяли, вот как будто бы легкий жгут, такой полотенечко мы выжимаем. Вот то, что мы выжили, вот оно у нас на кончике. Но выжимание мы не просто за счет физухи такой, то есть, вот какой-то такой. Выжимаем мы за счет, во-первых, подготовки сухожилий, это время. Но надо когда-то начинать, пробовать. Второй момент, это, конечно же, расслабление. Но не расхлябанность, а сохранение формы при его расслаблении. То есть форма у нас сохранена. Форма у нас удержана, более того. Если я локоть скручу чуть-чуть в сторону, у меня этого не получится. Потому что у меня должен быть элемент скручивания. У меня должен быть элемент скручивания и большого вращения. То же самое. То есть, когда партнер пытается опустить, разный вариант. Вот сейчас я просто положу на плечи сейчас. Вот, я сейчас просто не выдержу, да? Усилие, да? Вот сейчас я буду делать вещи, хотя внешне ничего не знаю сейчас. То есть, во-первых, если обратили внимание, я делаю большое движение вперед. Да, сейчас. Вверх. То есть я как бы так. Я его как бы немножко вкручиваю. Как бы немножко его вкручиваю. Получается, я его усилие гашу. Мы гостиницы, мы говорим, опа, пойдем сюда, вводим его здесь. Давайте попробуем с этим усилием тоже немножко поиграть. Сначала на пара, по парам. То есть вот теперь наша рука. То есть чуть согнут. Да, очень важно, чтобы была структура. Если рука будет чуть дальше, так как сложение. Так, ну, может быть хорошо, но лучше параллельно. Чуть-чуть. Сейчас.
желание не уходить за рот. Как внутренний мужчина. Да. Вот. То есть я уже сейчас чувствую, что я на самом деле давлю не на руку, я давлю на свое собственное. Вот здесь есть вот точка. Получается такая вот ловушка. То есть я бы на него ломаю, ломаю свое начало. Что-то подпрыгнуть вот так не осталось. Давайте попробуем с усилием. Получается так. Нет, вообще сборно. Заканчивается.
А вот мне нравится такая консультация просто очень. Я верю. Пожалуйста, меняемся ролями. Кто еще не поменялся? Меня на суставку. Нам нравится А как я? От себя что?
Давай попробуем. Создание структуры. Давай попробуем. Усилия. Давай. Вверх-вниз. Усилия просто по центру. Давай. Вот сюда. Куда? Я ручку пошла. Конечно, я возьму другую. Я отработала, и я теперь знаю, где помню. Никто ничего не отработал. Никогда. Быть бы даже усилия концентрировать заднюю каким-нибудь там мастером, который сто лет занимался, но задние никогда не отработал. А что вы тогда выбираете? Почему у меня рука сгибается? Я слабый домой. Мне кажется, что не успел устроить. Может, я попробую сейчас? Я тоже продаю не первый раз. Мне кажется, вот это вот тоже попробую. Ну ладно. Пойдет. А вы куда? А? Вы куда? Я? Да. Записать? Да. Что? Упражнение. Ну, скручивай. Да. А потом никак не записать? А потом я забуду. А вы спросите у него еще. А ты думаешь, будет ему потом сейчас скручивать? Как? Конечно. Он даже отсюда вас вопросы большие. Руки, ноги потом меняем. Я что, я не покажу, я что записываю. Готово? А, сейчас. Обязательно это? Да. Локоть просто будет удобнее, легче понять. Потому что локоть я толкаю. Почему всякие хреновые новички железобетонные? Здесь последний. Да. Я вижу, спасибо. Задача-то моя ее нет. Не поразить же, да? Моя задача получить эти вещи перевести. Поэтому лучше будет. Во-первых, легче почувствовать. Чего толкаетесь-то? Не надо так делать. Вы же это не сильно, а просто плыть. Конечно. Это же стоишь. Лучше надо. Давай другую. Вот есть уже даже сказать, вот это. Вот занято. Да куда вы мне это важно? Давайте. Не буду. Не будет на хорошо. Очень много просили, чтобы не было былого искусства, но почему-то его захотелось всем остальным. У нас задача не это, не манипулировать партнера, не топить его в землю. Я попробую объяснить. Я? То есть, если я себе поставлю задачу на 2 секунды споткнуть несчастную девушку со стороны. Я ее столкну. Вот мама клянусь. Понимаете? И это будет неинтересно. А мужчину? Не мужика столкну. Не споткнуть так вот так сделать. Дело не в этом. Просто отношение. Задача у меня немножко другая. У меня задача помочь 3 раза почитать своему партнеру почувствовать твое мужчину на правильном направлении. Быстро. Тело и суть. То есть мы с ним работаем очень тесно. То есть здесь не упражнение по подавлению сильного и слабого в коем случае. Это упражнение с этой позиции расценивает очень большую ловушку. Это как бы и не боевое искусство, и как бы и саму фиксы получается. Ну и собственно здесь. То есть моя задача в первую очередь. Смотрите, сейчас неправильно, да, локоть ушел в сторону, да, вот я его выставил, помог. Партнер не всегда видит себя, не всегда чувствует. Я бы чуть-чуть не хотел, чуть-чуть еще, да, и мог выставил локоть. Вот, хорошо, еще чуть-чуть, да, поставил. Вот, стойте, да, не важно. Все, и мужчина, вот я пошел, я толкаю на самом деле. Чтобы партнер почувствовал, я могу немножко изменить вещи. Я могу толкать как это. Я сейчас толкаю как это. Сейчас толкаю. Я могу изменить эту густу, я могу толкать вверх. Это сложнее. Я начинаю вот так. Вещение уже другое. И партнер не справится с этим положением. Ну, никак.
Смотрите, моя задача. Своя задача здесь так же стоять. Работать. Вот еще то. И себя не забывать. Потому что если я делаю ее через да, если вдруг попил в правую руку, я упал, то говорю, что надо. Не бывает. Очень просто. То есть
но толкает на самом деле, если то есть, учить из руки переводить значительно сложнее. Сначала даже сделаем так. Два ущелья. Первый ущелье. Когда я подбор толкаю конкретно вниз, чтобы еще дать массу. Да? То есть я его толкаю вниз. Получается, то, чтобы он почувствовал свой центр, я пока центр ощутил. Дальше я начинаю толкать чуть-чуть дальше. Вся ущелье. Уже сложнее. Дальше. Я делаю ущелье еще более правильно. Не так, допустим. Не выдержит? Коленки приподнимаются. Понимаете? Получается, что мы начинаем приводить ущелье за счет чего? Расслабления вверх. Если я вверх напрягаю, получается опора. То есть, ну, по, не знаю, по-моему, очень просто. А пресс? По идее, нет. А не напрягаешь? Не, пресс не напрягается почти. Тут мы должны напрягаться. Ну, я как-то правильно себя вел. Да. С точки зрения расслабления немножко, да. Как ваши ощущения? Да я не сильно напрягался, но потом уже вот коленки стали приподниматься. Да. Немножко вот когда уже ноги не участвуют, никак, они не успевают перераспределить, знаете, как это, как желудок не успевает усваивать пищу. Похоже вообще такой, как металл. То есть ноги, да, они начинают как дискомфорт, потому что корпус расслабляют, все приводят сюда, а здесь нет никакого заземления, не успевается. И тогда ноги начинают подниматься. Если будет напряжение здесь, у нас будет переворачивать. Если будет напряжение здесь, но мы не сможем собирать усилия партнера, если у нас здесь будет напряжение. Наше здесь. В этом месте у него руки расслаблены вообще все, да? Ну почему? Здесь-то я как бы держусь, пытаюсь вот за них. Но не так, чтобы прям... вообще убрать. Вот, я сейчас там не буду, если я сейчас там не позаганил. Нет, конечно же, он теперь не очень. Маленький фокус. Но время. А если поставить его, как это должно быть? Ну, скорее всего, мы его постоянно упадем. Но идея нет. Идея в том, чтобы показать, как мы можем двигаться по интерспределию ущелья не через руку, а вот через тело конкретно. То есть, давайте попробуем. Раз. Сейчас еще будет здесь. Держим до спины, немножко напрягаем до спины, как удерживаем. Немножечко начинаем. Сесть на колени.
На ноги распределила, у меня сейчас на ногах. Да? Нет, я Я считаю, что мы ее, нашу еду еще даже не отработали, нам надо 20 таких тренировок. Мы старались по чуть-чуть есть. Так мы тоже по чуть-чуть, так все равно. Что-нибудь.
партнеры, ну там, да, что справился, да. Никого не сломали, не разбили ничего, никакого не было. Никого была достаточно плотная работа сейчас. Без разного контакта, постоянно слышно, поздно, всякие ситуации, достаточно плотно сломаются. Можно так, если кого действительно агрессивное какое-то состояние, попробуйте задать трубку. Вот я решил расстояние. Эти агрессивные состояния, что же не слоя. Пожалуйста, поменялись партнером.
сейчас другой партнер у вас. Остался. А короче, я когда дала вообще, а вот как раз я уже Я была в шоке. Я не связывала. Это один вольный чищ. А вот это сок. Это же только польза. Чтобы прошли ноги. Просто нужно для себя заняться. Я уже падаю, все равно надо еще. Да, пароль.
сил. Коленях баланс. Коленях баланс мы как раз пробуем предпоследний пару упражнений, когда они толкают голод, пробовали разные усилия. То есть наша задача была собрать низ спины, да, разберете слабые, живот, плечи расслабляемся, да, низ спины он собран, то есть он как бы поднимает себя. Если нас толкали со спины, мы напрягались чуть-чуть здесь. Теперь мы напрягаемся здесь, то есть мы как крайние точки. Здесь наша задача, в первую очередь, конечно, расслаблять вверх. То есть, если кто-то получил, кого-то получал, кто партнер завалил, скорее всего, тот, кого мы завалили, дал на себя опереться. Опираться, скорее всего, наверх, чем на пояс, а не на центр. То есть, здесь напряжение, хоп, оп, все, опора. Все очень просто. Если нет опоры, мы можем, мы все обычно выпустим. Как-то не выпустим. Удерживаем, а выпустим. Да, то есть, мы держим здесь. Как-то мы выпустим. Низ получается под ней. На животе при этом тоже расслаблен. Живот тоже понимающий человек. Вот примерно такая ситуация.
Ну, вопрос применения. Наверное, не доелся время пока. Верю. Занять вещи, наверное, совершенно надо. Ну, понятно, что никто там на улице не будет там сидеть. Колени, но еще потолкали. Хотя бы это, наверное, такое. Но у нас есть ситуация, где мы находимся, где мы находимся. Мы в комфортном пространстве, в котором нам не приглашают какому-то резкому возникам жесткому. У нас есть шанс. Здесь как раз понятно, что более опытный, понятно даже, что более, наверное, не то чтобы физически сильный, а более, более лучший дрог. У него есть шанс больше. Но на коленях мы уравниваем вес. Вернее, рост. Да? Ну, здесь примерно одинаково. Мы даже немножко сбавляем разницу весь. Потому что сам видел огромное количество маленьких девушек, которые еще делают даже 50% нормальных. Тем более особенно, когда он достигается. Напрягается здесь, да, здесь напрягается, открывает сердце. Открывает сердце, открывает да, человек. Немножко хорошо. Это опора, да, но с другой стороны, если мы уже создали человеческую контакт, мы можем это показать, если мы можем это показать. Все, что связано с движением, все, что связано с постановкой высоты, все, что связано с положением постоим, но это подпускается к тому, что не всегда. Я не могу там ходить в занятия, потому что у меня там список денег, я там из себя любимого, ну, примерно так 6 минут в день. Вот если что-то сидеть. Но есть огромное количество времени, мне длинки. Я сын его с офиса, 5 лет. Тут дальше дальше в группу, да, но я длинки, за 5 этаж, одну ноги ставим, а пятую, первую, другую ноги. Я не забываю, что у меня тут надо взять заявки. Была работа. Можно, можно, много, много таких моментов, не знаю, некоторые люди там. Я до сих пор по сути такое думаю. Ну, баланс. Но баланс на одной ноге, это же не просто мне там цепь. Баланс очень сильный. Особенно очень хорошее было упражнение, когда мы вообще на голову. Ничего не изменилось. Фестиваль, поляна та же, барабаны. Тоже не знаю. Потом. Ну, не было мне на всех мечей, может быть, мечей. Вот. То есть, метод на работу со страхом. Просто в том году было. Какие-то выходы начинаются, которые, в принципе, решаются, просто не допускаешь.